Орёт-то как, а? Ну давай, 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 покричи. Позови мамочку свою. Всем привет, дорогие друзья, вы на моем канале Lord Voodoo. Мы играем GTA 5, сегодня мод у нас Крика. И сразу в начале серии я хочу вас спросить. Мне был написан комментарий, на который я не смог не отреагировать. Меня попросили больше не снимать аниматроников. Пожалуйста, давайте сделаем с вами голосование у моих подписчиков и выясним, что же вам интересно смотреть. Голосование заключается в следующем. Если вы хотите видеть серию аниматроников, пишите внизу любой комментарий. Если вы хотите видеть другие моды, например, убийц, всяких суперлюдей, что-то еще, тогда ставьте лайк за видео. Соотношение между лайками и комментариями как раз таки выявит победителя в том, что вам будет интересно. Также можно голосовать в подсказках в правом верхнем углу. Так, ну что ж, дорогие друзья, Крик самый крутой убийца. Прошу вас поставить пальчики вверх или написать комментарий, что вы выберете между вот этим всем. Можете поставить дизлайк, это будет тоже учитываться. Так же, как наравне с лайком, то есть вам будет интересно, значит, серия про другую фигню, кроме аниматроников. Аниматроник – это комментарий внизу. Крик поймал аниматроников. Смотрите, у нас из оружия только шокер и ножик. Наш любимый ножик, да? И мы будем сейчас убивать их. Ну что, начнем с тебя? Че ты так дергаешься-то? Я говорю, с тебя начнем. Ты будешь... О, ты что встал-то? Тебе кто разрешал стоять? Ну-ка умри! Оба, ушел. Все. Следующий. Кто у нас будет следующий? Цыпа? Или Бонита с Боником. Ну, сейчас посмотрим, кто из них более напуганный. Зайцу уже терять нечего, он уже себе морду потерял. Давайте зайчика. Давай. Хоба! Мы его просто пнули даже. Так, Фредди следующий. Нет, следующий Бонита получилось. Так, вертолет что-то поднимается какой-то. Так, ну давай. Хоба! Чика ушла! Ну и Фредди будет на закусочку нам. Фредди, ты готов умереть? Только не говори, что он кивает, значит готов. Оба! Ушел. Так, все, упали, да? Ну, давайте прыгаем за ними. У нас есть парашют. В отличие от них, нам легче. Где-то тут наши жертвы. Так, открываем парашютик. Оба! Полиция приехала. Это хорошо. Ух ты, елки! На дерево упал, зацепился. Вот они, полицейские. Оба! Хова! Все, следующий. Че ты меня стреляешь-то? Ты че? Ух ты, нифига себе, ты маску чуть не содрал мне. Оба! Хова! Следу, добивай его. Блин, кто там лупит по мне? Ты, полицейский, иди сюда. Очкуешь, да? Хова! Все, одним ударом ножа. Под дых. Давай, под ребра ему. Оба! Хова! Давай, под ребра. Бронежилет даже можем разрезать вам, если чё. Да. Чё, директива не позволяет стрелять в того, кто пользуется холодным оружием, да? Вот этим я и буду пользоваться, значит, вы меня стрелять не будете. Ух ты, вас сколько тут много-то. Так, надо позвонить Лестеру, чтобы он нафиг откупился от полиции, чтобы они больше не приставали. Мы тут эксперимент собрались ставить. Блин, вы так и будете идти ко мне, что ли? Сейчас Лестеру позвоним, давай. Хоба, давай. Давай, давай, давай. Оп, этого зарезал, все. Давай, доставай телефончик, давай звонить быстро Лестеру. Не, ну Лестер красавчик, а. Все. Так, эти полицейские поумирали, больше они не считаются за людей. Так, мы пришли сюда ставить эксперимент. Я настолько сильно люблю убивать, что я готов свои жертвы даже воскрешать. Давайте. Покажи, как ты это умеешь делать. Хоба! И можно опять его убивать. Это же какое удовольствие получается у нас, а? Главное, чтобы они не разбежались. Кролик встал, чтобы умереть. Оба, Бонни. Прям в животик тебе, да? Давайте его еще раз поднимем и еще раз убьем. Это же неимоверное удовольствие для убийцы убивать. Воскрешать, конечно, не особо нравится. Экстаза не получаем при воскрешении. Но при убийстве это просто... Оба! Кролик уже себя и так уже плохо чувствует. А мы все равно его продолжаем убивать. Так, что такое?
Да, блин, чуть не задавили. Так, вот он встал. Так, а можем мы сразу всех поднять? Давай, следующий. Кролюшечка. Молодец. Так, цепушечка. Чика, давай. Цыпа. Алло. Не понял. О, цыпа встала. Так, молодец. Так, где у нас упал Фредди? Так, вот она, марионеточка. Вот это его раскорячило, бедного пацана-то, а? Надо же такому было случиться, неимоверному. Так, и Фредди. Фредди, вставай. Вот, молодец, молодец. Как я тебя рад видеть, Фредди. Хоба. Все, убил. Так, марионетка, тебя тоже сейчас съем. Хоба. Жестко как, а? Ты чё сигналишь, чтоб? Ну-ка вышел отсюда. Ну-ка вышел, бегом. Бегом вышел отсюда. Все, я теперь буду кататься. Я теперь буду водить и давить. Да. Ты чё пинаешься? Не, вы смотрите, что он творит-то, а? Так, сейчас я покажу, как тебе на меня нападать. Вот. Блин, уехал он, а? Пока я на кролика отвлекся. Так. Чика! Хопа! Чика-чика, курочку хочу жареную! О! Мужик пришел! Привет, мужик! Теперь я тебя буду убивать! Че, ты куда пошел? А че ты улегся? Не, погоди, мы с тобой еще разговор не закончили. Ну-ка встал. А? Нифига себе, какой ты крутой, а! Давай, давай. Все, умер что ли? Ну-ка встал. Встал и боишься меня. Давай, давай. Давай. Ну. Давай. Ой, ты чего бегаешь, гад такой? Ну-ка стой. Куда пошел? Я не закончил еще с тобой разговор. То, блин, какой крутой чувак-то бегает прям. Сначала напал на меня и на попятку пошел, а? Камера спрятала за стеной. Смотрите, сколько с него крови натекло. Сейчас мы в нем дырок понаделаем. Ножиком, ну ножиком. Да что ты делаешь-то, а? Ножиком надо тыкать, чтобы больше дырок было. Давай вставай, еще раз поговорим с тобой. Давай. Хоба! Вот это да. Вот это было жестко. Не, погоди, чувак. Давай, скажи мне, что ты хотел мне сказать. Ну, давай. Куда ты пошел? Че, все? Во-во-во! Драться хочет, давай! Хоба! Не попал? Хоба, не попал! А я попал! Зачем два удара, он же сейчас умрет! Блин, ну, гляньте, как он стоит раком, а! Ну-ка встал! Сейчас обгадится еще! Подсрачник! Давай, давай! Ну, давай, побей меня! Ну, да куда ты опять убегаешь-то? Сыкун, напал первый сначала на меня, а теперь убегает! Оба! Все, не буду я его больше воскрешать. Займусь своими бониками и аниматрониками. Аниматроник! Оба! Под ребро. Сейчас я ему челюсть восстановлю. Оба! Че такое? Ну-ка вышел. Ты че материшься на меня? Тебя че мама не учила, что плохо говорить на хороших людей плохо? Куда пошел? Ну-ка стоять! Стоять! Сейчас догоню, убью! Блин, что-то я медленно бегаю, но мало каши ел. Опа! Это было красиво, такое эффективный поворот камеры. Вот это было некрасиво. Блин, знаки. Понаставили тут знаков, елки-палки, а? Так, воскресим его, пусть дальше бежит. Если нападет, мы его побьем еще раз. Давай. Опа! Ну-ка. Все, не будет он на меня нападать. Ну и ладно. Ну и ладно, можно продолжить убивать. Медики приехали. Давайте, давай, вышел. Вышел, иди людям помогай. Иди, ты куда пошел? Убежал. Так, где мои Фреддики? Вот Фреддика раз вижу. Марионеточку вижу, вот здесь вот она валяется. Давайте их поднимать. Надо их выгулять, что-то они себя совсем вяло чувствуют. Что-то поразлеглись тут. Не встают нифига. Ух ты. Вставай, 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 вставай.
Давай. Так, и Чику. Чика. Пойдем. Потом отдыхать будешь, когда стемнеет. Ночью спать надо. А не днем тут. Выспишься, сейчас выдрыхнешься, а потом спать не сможешь. Тут кто-то матерится на нас. Вы слышали? Давайте быстренько его усаживаем. Оба. Так. И он убежал. Так, а если в живого стрельнуть шокером? Ах, блин, убежал далеко. Полицию вызывает. Блин, он... Я не понял, он что такой крепкий-то? Вот это он с толстокожей, чувак. Обана. То есть он мне не работает, видать, шокер, только он на оживление. То есть он там не 10 тысяч вольт бьет, а все там, наверное, 20 тысяч вольт. Из-за этого получается, что он не может стунить чуваков, как он положено. Короче, у него сразу такая отдача мощнецкая. Оба. А не, можно. Это просто, видать, расстояние было большим. Че, разрыв сердца? Он сразу и умирает, а оживает. Орет-то как, а? Ну, давай, давай, давай. Покричи. Позови мамочку свою. Позови. Так, нет, еще не все. Мне понравилось, как ты орешь, слушай. Ты пока что был единственный, кто так орал. Чувак! Ну-ка. Ну-ка. Данки. Данки шот. Жесть вообще. Да ты даешь, чувак. Ну ты меня насмешил просто вообще. Так, а эти стоят, смотрят. Давай, вставай. Да не болтай ты, опять этот кролик болтать начал, а? Кто любит болтать? Ова! Убивец. Так. Давайте в полицию постреляем, может она тоже будет так же орать. Ова, нау! Гляньте, гляньте. Опа. Ну давай, давай, давай. Чуваки бегают за мной. Смотри, а что же я такое делал? Оба тебе как. Рукояточкой своего пистолетика. Во, Фредди спрятался. С марионеточкой сидят. Гляньте, машина без кры... Чтобы голова влазила. О, кто стрелять начал? Вы что, офигели что ли? Ничего себе. Цыпу покатать не дали. Ну все, я буду вам мстить теперь. Я беру ножик, я буду вам мстить всем. Цыпа, не закрывай экран. Ты что делаешь? Тут же бой идет. Жесткий. Жесткий, с ножом. Цыпе попал. Чика, тебе попало, как цыпе. Опа. Давай, крик ножом. Крикливый крик. Опа. Оба, шериф приехал. Шериф собственной персоны. Как я рад тебя видеть, чувак. Но у тебя белая рубашка. На ней будет крояку видно хорошо. А кровь-то брызжет. Вы решили меня кровью забрызгать, что ли? Испачкать мою маску не получится. У меня маска такая специальная. Опа! Я могу резать часами просто. Опа! Вертолетик прилетел, это хорошо. Давайте захватим вертолетик. Куда пошел? Удают, а? Аккуратно, аккуратно, штурва... Черт, мы не успели вертолет захватить. Гля, друзей убило. Взрывом вертолет. Придется их реанимировать сейчас. Кролик, вставай. Чика. Встаем. Так, тебе в лоб, может? Оба тебе в лоб. Кровяка как пошла. Ух ты, одним выстрелом двух убили. Видели? Это было круто. Издеваемся как хотим над этой полицией, бедный несчастный. Все, патроны кончились. Бабах. Оба, сразу двух замочили. Патроны не кончились. 5 звездочек у нас. Ну что, дорогие друзья, я думаю, не стоит попадаться полиции на глаза, да? Покричи, покричи, чувак. Поползай по земле, поумоляй меня о пощаде. Так, так, заряжайся. Так, где моя машинка? С высокой крыши. Ух ты, ты что ты делаешь? Спецназ, что ли? Великий. Все, его зарежут, спецназ, будет знать.
Да это не ты мне нужен был, чувак. Мне тут другой чувак был нужен. Хоба. Давай, хоба. Вот так вот. Чё? Ты чё? Как же ты тут не в тему стоял? Хоба. Опять с вертолета стреляют в нашего Крика. А ведь мы могли убивать и убивать еще сегодня. Фух, все, устал. Устала рука махать. Ну что, дорогие друзья, прошу вас голосовать в подсказочках, комментариями и лайками, что вам нравится больше всего. О, кролик куда-то пошел. Кролик, ты куда собрался? Я тебя не выпускал еще никуда. Кролик, садись ко мне, а? Походу, он не хочет со мной ехать, его полиция сбила. Так, ну, в общем, еще раз напоминаю. Комментарий внизу – это аниматроники. А лайк под видео – это значит, вы высказываетесь за то, чтобы я снимал что-нибудь другое. Все, кроме аниматроников. Ну, пишите также комментарии, что вы именно хотите видеть. Вот это меня замесили, ребятки. Всем пока, дорогие друзья. До новых встреч. Один против всех. С ножом. Блин, это кто тут в меня стреляет? Вам запрещено применять оружие против гражданских с ножом. Вот так. Все равно в спину кто-то лупит и все. Гаденыш такой. Если ты не хейтер, чему лайк поставь и подпишись, и все будет зашибись. Уважаю я людей, добавляю всех друзей. Добавляйся ко мне ты, воплощай свои мечты. Перестанешь ты болеть, сможешь быстро повзрослеть. Врагов быстро одолеть и по жизни преуспеть. Я играю в GTA, пишу видео, друзья. Моды ТГЧ онлайн, все покажет мой канал. Ты давно его искал, зря дни жизни прожигал. Буду РНХ с тобой, делюсь тайной игровой. Ты зазря не пропадай, всему миру ты задай. Удивляйся, улыбайся, GTA ты наслаждайся. Удовольствий не лишайся, в стороне не оставайся.